Вот мы и приехали на дачу. Котейка у нас уже не первый раз, но на улицу ей пока нельзя. О, спряталась. Это наш второй этаж. Тут еще пока стройка идет. В принципе, на первом то же самое, но на первом хотя бы Тут жить только можно. на веранде строительство идет. Потому что еще второй этаж не до конца доделан. А делаем мы все сами. Поэтому тут такой разгром. Еще вот это качельки. О, часть качелек, оставшиеся в другом углу. Вот так вот. А сейчас пойду убирать Алискину блевотину, потому что ее стошнило в машине. Второй раз в жизни. Первый раз в метро ее стошнило. Чего ты прячешься, Алис? Тебя стошнило. Твою фиговину мне сейчас убирать придется. Типа делает вид, что не к ней обращаются. Ну ладно. Пора идти мыть переноску, а то она прилипнет, засохнет и вообще будет потом трындец. После того, как Алиску вырвала, надо поесть. А еще водички попить. Смотрите, как уплетает. Да, Алис, доедай. Немножко водички. Не. Ну и все. А дальше мы пошли по своим делам. Ну ты все. Кстати, пока тут, пока мы взяли с собой корм. Мягкий мы вот такой едим. Все остальное она уже отбраковала. Чего мы только не пробовали. Разные корма. Вот. А сухой, в принципе, разные.